и влез в корабль преде, и приходя во свой град, и се принесоши ему расслабленно жилами на водре лежаща, и, видев Иисус веру их, рече расслабленному: «Дерзай, чадо, отпущаются те греси твои», и се неце от книжник реша в себе, сей хулит, и, видев Иисус помышление их, рече: «Вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих, что бы есть удобие рещи, отпущаются те греси, или рещи, восстань и ходи. Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земли, отпущать и грехи, тогда глагола расслабленному: «Восстань, возьми твой одр, иди в дом твой, и восстав, взем одр свой, и иди в дом свой». Видевши же народе чудишася и прославивши Бога, давшего власть таковую человеку, и, приходя Иисус оттуда, видя человека, сидящего на мытнице, Матфея глаголема, и глагола ему: «По мне гряди», и, восстав, по нем иде, и бысть ему возлежащую в дому, и семнози мытари и грешницы, пришедшие возлежаху свои Иисусом, и соученики Его, и, видевши фарисея, глаголах учеником Его: «Почто смытари и грешники, учитель ваш яст и пиет?» Иисус же, слышав рече им: «Не требуют здравия врача, но болящие, шедше же научитесь, что есть, милости хочу, а не жертвы, не придогу призвать и праведники, но грешники на покаяние». Тогда приступишь к нему ученицы Иоанновы и глаголюще: «Почто мы, фарисеи, постимся много, ученицы же твои не постятся». И рече им Иисус: «Егда могут сынови брачные плакати, до нелико время с ними есть жених, приидут же дни, егда отъимется от них жених, и тогда постятся. Никто же бо представляет представление плата, не белены ризе ветсе, возьмет бо кончину свою от ризы, и горша дира будет. Не же вливают вина нова в мехи ветхие, аще ли жени, то просядятся меси, и вино прольется, и меси погибнут, но вливают вино новое в мехи новые, и обое соблюдется». Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед, кланяшася ему глаголя: «Яко дщи моя ныне умре, но пришед, возложи на ню руку твою, и оживет». И восстав Иисус по ним иде, и ученицы Его, и се жена кровоточива 12 лет, приступлюши созади, прикоснуся воскрилию ризы Его, глаголыше бо в себе: «Аще токмо прикоснуся ризе Его, спасена буду». Иисус же обряжся и, видев ю, рече: «Дерзай, чи, вера твоя спасетя, и спасена быть жена от часа того». И пришед Иисус в дом княж, и, види собця и народ молвящ, глагола им: «От идите, не умри, бо девица, но спит», и ругахуся ему. Егда же изнан бысь народ, вшед яст ю за руку, и восста девица, и изыди весь сия по всей земли той. И приходящего оттуда Иисусове по нем и доста два слепца, зовуща и глаголюща: «Помилуй Иисусе, сыне Давидов», пришедший же ему в дом, приступиста к нему слепца и глагола има: «Иисус, веру это ли, яко могу сие сотворить?» Глаголоста ему: «Ей, Господи». Тогда прикоснуся очию их глаголя: «Поверивваю, буди вама». И отверзостася очи има, и запрети има Иисус глагола: «Блюди-то, да никто же увесть». Она же исшедша, прослависта Его по всей земли той, тема же исходящема, все приведоши к Нему человека нема, беснуема, и изгнану бесу проглагола немы, и дивишася народе глаголюще: «Яко николи же явися такого Израили». Фарисеи же глаголаху: «О князе бесов, с тем изгонит бесы». И прохождаши Иисус грады вся и веси, уча на сонмищах их и проповедая Евангелие Царствия, и целя всяк недуг и всяку язю,
в людях. Видев же народы милосердовых у них, яко бях у смятении и отвержени, яко овцы неимущие пастыря, тогда глаголов ученикам своим: «Жатвы губо много, делать или же мало? Молитеся губо Господину жатвы, якода изведет делать или на жатву свою».